Итак, результаты квеста командного по Гарри Поттеру. Первое место с 14 баллами и временем 29 минут занимает Орден Бобра. Поднимайтесь на сцену. Сейчас мы пойдем. Женя, так я поднялся. Вот так вот. Нет, нет. Подруга. Так, вот такие шарфы, комплекты всеми любимого, не сказать больше, получает каждый. Участника команды. Если есть, конечно, продвижение. А, один комплект 4x4 вида. Также получают. И оплаченный квест еще один в Вест-Руме Разум Геймс. Орден джедаев. Второе место. Раз, два. А где еще двоих потеряли? Где потеряли джедаев? Орден джедаев. Их съели. Можем они за 5 минут. Ничего не поделаешь. Еще два дня. Должен исчезнуть, по идее, сейчас. Второе место. Опять же, наборы всеми любимого и нового на этот раз. Волшебные раскраски, новая книга. Видишь, воспита. Сколько баллов второй команды, скажи мне? 13. Второй команды 13 баллов. 13 баллов. Время прохождения. Унесут? Унесут. Своя ноша не тянет. Ну, конечно. Вот слева, молодцы. Памятные снитчи. Дементор, выдающийся снитч, это прекрасно. Гриффиндор, не кривляйся, я тебя там еще. Так, поаплодируем нашим победителям. И, наконец, третье место с 13 баллами и 42 минутами. О, кто-то провидится здесь. Выиграет команда «Сыворотка правды». Там же еще одного где-то потеряли. Петя говорю, запомнил, обратите внимание. Держите комплекты всеми любимого. У вас только трое?
Четвертая по лесу? Да, четвертая. Вы обязательно передайте четвертому, заслуженный его приз. Да, передадим, Гриффиндор, обещание еще в силе. А со мной рядом Салазар, а в чем он виноват? Салазар нам поможет. Да, поаплодируем нашим победителям. С викториной все не так просто. Потому что так получилось, что результаты викторины вышли очень неоднозначными. У нас набрали равное количество баллов участники. Надя и Мария Шер. Они здесь есть? Участники Надежды и Мария Шер. А за Марию можно? Я за Марию? Просто эти участники набрали одинаковое количество баллов. И одинаковое же количество баллов набрали Дарья и... Господи, Морок, Мудрик? Я не знаю, как это считать. Я. Морок. Стася. Все-таки, где у нас Надя с телефоном, заканчивающимся на 89 или 83? Да, мы сейчас ищем Надежду и Марию Шер. Мария ушла. А Надежда где? За нее можно? Можно, но только тут будет интересно. А, потому что так как у них равные баллы, мы решили задавать дополнительные вопросы. Поскольку ни Надежды, ни Марии у нас нет, судьбу первого, второго места решит особый галеон. Ура! Я тут камни дворика! Сторона... Сторона Марии Шер. Выберите орел или решка. Орел, дракон, решка, гоблин. Дракон. Орел, Маша Шер, да. Я. Дракон, да. Орел. Полетел. Орел. Первое место занимает Мария Шер. Пожалуйста, передайте победителю приз за первое место в сольном зачете. Это еще не все. И памятный снич. Это еще не все. Надежды у нас нету, которая заняла волю судьбы второго места. Сейчас вы можете выбрать шарф для победителя. Да. Какой факультет? Мария. Выбирайте шарф для Марии. Какой Рей Равно. Равенклоу. Выбрали на Рей. Равенклоу доминирует сегодня. Поскольку Надежды у нас нет, представителя Надежды у нас тоже нету, этот приз мы передадим, и шаг мы тоже передадим. Так, за третье и четвертое место у нас должны спорить Мора и Дарья, которую тоже пока мы не можем найти. Есть ли тут Дарья, которая участвовала в викторине, и номер у нее заканчивается на 0147? Дарья! Так беги сюда! Оступитесь там чуть-чуть. Отлично, значит, будет дополнительный вопрос. Морок, давай. Где были участники? Пропустите, да, Дарью. Пропустите, пожалуйста. Все, смотрю, Дарья. Это написано «Дарья». Вот, честное слово. Честно, я тебе потом покажу. Ладно, хорошо. Эти два участника набрали одинаковое количество по 36 баллов. Спор будем решать с помощью дополнительного вопроса. А обладателем какого приза магического еженедельника является Златопуст Локонс? И сколько раз? И правильно, и неправильно. Второй вопрос. Полное имя почти безголового Ника. Я знаю. Ну, самый умный. Сейчас нет.
помню только часть Деминки. О, сэр Николас Деминки. Деминки, ну там, да, это правильно, но там есть еще кусок, который никто не помнит. Мы помним. Вот. Президент публику. Хорошо, пока вот я здесь услышала ответ Рэнди. Если после третьего вопроса у нас сохраняется паритет, то будет волшебный миллион. Третий вопрос. На скорость. Кто первый ответит, тот и прав. Какой мост был разрушен 24 июня 1996 года? Естественно, по вселенной Гарри Поттера. Вообще все знают. Мост был разрушен пожирателями смерти в эту дату. Не этот день. Дайте мальчику. Шестая книга «Брокдейлский мост». Это вне конкуренции, правда. Хорошо, значит, вашу судьбу решает волшебный галеон. Выбирайте сторону. Орел, решка. Судьбоносный момент. Нет. Нет. Достаточно красивый судьбоносный момент. Что руки дрожат, что ли? Не пуха. Черт. Орел. Так, второе место у нас занимает Дарья, а третье занимает Мора. Подожди, кому не столько дай. Кому не разобрались? Третье место. Почему? Подождите, второе место. Спасибо, поаплодируем. Ваш приз достоин, пожалуйста, да, аплодисменты нашим победителям. Они лучше всех ответили на вопросы викторины. Следующими будут объявлены результаты конкурса рисунков. Первое место в конкурсе рисунков вот с этой вот очаровательной акварелью занимает Палумна Лавгуд Харухи. Пожалуйста, забери свой приз. Это же свой же рисунок. Запилишь. Слишком много счастья за один раз. Все поймали, очки поймали, приз поймали, Полуну поймали. Все остались живы. Шарф чей? Конечно, шарфик Рейвенклоу. Шарф Рейвенклоу. Это место проклято. Поздравляем. Второе место. Как я уже говорил, у нас важно не только мастерство, но и концептуальная насыщенность. Это достаточно концептуально насыщенно и отражает, я думаю, мнение большей части аудитории о происходящем. Заслуженное концептуальное второе место. Лидия, номер на 35. Я надеюсь, у нас там нет раскрасок во втором месте, хотя ни в чем нельзя быть уверенным. Заслуженные призы и аплодисменты. Поздравляем. И третье место у меня в руках. Вот. Автора зовут Инга. Инга, выходите. Тоже очень интересный рисунок. Ждем автора.
Номер телефона заканчивается 0170. Да, вау, я согласна, это очень красиво. Автор, Инга. Отсутствует. Рисовала и ушла. Ну что ж, приз мы передадим. Так что Инга порадуется чуть-чуть позже. Леха 22 есть среди вас? Леха с телефоном на 22 заканчивающимся. А, простите, это был псевдоним. Нет, не псевдоним. Алексей 22. Нету, хорошо, мы передадим ему дополнительный приз. И за патронус буквоеда, весьма грозный патронус у буквоеда. Патронус буквоеда дракон, как выяснилось. Наумова Валентина, на 73 номер заканчивается. Держи. Поздравляем! И еще один специальный приз за авторскую работу «Гарри Поттер и фантастический квест буквоедем». Виктор, на 0-3 номер заканчивается. Виктор. Ищем автора. С автором свяжемся. Да, автор отсутствует, с ним свяжемся. Так, на этом конкурс рисунков подведем. Итог. Конкурс чтецов. Да, у нас остались итоги конкурса чтецов, которые судили многоуважаемые основатели. Поэтому результаты конкурса чтецов объявляют многоуважаемые основатели. Салазар Слизерин. Спасибо. Громче. Судить конкурс чтецов было очень сложно, потому как все читали очень хорошо, но мы все-таки вынесли тяжелое, но справедливое решение. Третье место мы отдаем Александре, номер телефона 25, последняя цифра. Пожалуйста, выходи к нам. Второе место. Со вторым местом сложнее. Мы могли выделить только одного чтеца из целой группы, которая читала. Мы хотели бы отдать второе место той, кто читала Альбуса Поттера. Первое место мы отдаем Марии, 51, последняя цифра. Первое место в конкурсе чтецов. И выбери, пожалуйста, какого факультета ты хочешь шарф. Слизерин! Гриффиндор не гадует. Поздравляем. И, пользуясь случаем, я хотел бы объявить результаты гонки факультетов. Сегодня по результатам распределения мы получили следующую картину на нашей клипсидре Хогвартса. Открывай. С абсолютным лидерством побеждает Рейвенкло. Рейвенкло доминирует сегодня и... На самом деле мы не удивлены, потому как кто же еще мог победить в книжном? Рейвенкло, поздравляем. Поздравляем, рейвенклошники. Остальные старайтесь сильнее. Заслуженная новая библиотека для Равен. Продолжаем.
Продолжаем. Что у нас осталось? Осталась у нас лотерея. Осталась лотерея оставшихся шарфов. У меня. Питер, у тебя слишком большие когти. Ты можешь... Давай. Попробуй. Мешай. Он так долго может стоять, знаете, он на репетиции часто стоял. Да, хорошо. Все в поле темного лорда! Итак. Иванов Илья. Пуффендуй или... Или Слизерин. Слизерин. Прекрати беситься. Сегодня тяжелый день для Гриффиндора. Кто же счастливец? Дина Нафикова. Выходи. Дина. Пуффендуй или Гриффиндор? Мы сегодня пили перец Фелицис. С... Гриффиндор! Поздравляю. Видишь, будет на твою улице праздник. Гриффиндор, спасибо тебе. Yeah. Так, да я знал, что подстроено. И еще один счастливчик. Авдеева Саша. Есть Авдеева Саша? Да. Есть. Иди к нам. Гриффиндор или Пуффендуй? Особенности перевода. Хорошо. Гриффиндор. Гриффиндор. Вот и на его улице. Все еще Гриффиндор. Все еще и последний шарф разыгрываем, потому что... Потому что один и победителю, которого с нами нету сегодня... Тоже станет обладателем последнего эксклюзивного шарфа. Шарфы, кстати, действительно эксклюзивные, ручной вязки. Один тащил? Да. Давай, Питер! Питер! Бакер! Смола Кристина. Кристина Смола! Кристина Смола! Подходи сюда! Смогла. Кристина смогла, да. Кристина смогла. Поздравляем. Поздравляем. Все в воле темного лорда. Захапал. Все по воле темного лорда. Секунду, дамы и господа, еще подождите. Сейчас еще одну минуточку. Мы подведем фонды, и Крыс будет продолжать решать наш Питер Петтигрю судьбу. Конечно. Ребят! Спасибо, кого сейчас не залетал. Я хуже, да. Еще
Девушка его вспоминает. А кто ты взял сумасшедший сюда? We are the world. We are. Забирай! Мне что-то хочется в этой песне. Будущее будет хитом. Вот я еще хочу сказать, что я чувствую это. Нам тут предлагают выдать призы. Фредерикских симпатий. Лучшему косплееру. Лучшему косплееру. Как интересно. Интересно, и кто же у нас, по мнению зала, лучший косплеер? Пирата Майк! Не слышал, кто лучше? Хвост! Единогласно, лучший косплеер у нас Хвост. Приз зрительских симпатий за лешему под стол лучшему косплееру. Прошу, давайте. Вы достаточно. Он просто хочет тебя поцеловать, что ты говоришь? Спасибо. Конечно, не отдадим, мы тебя любим. Говорила мышка мышке, да чего люблю я книжки. Не могу я их прочесть, но зато могу их съесть. Так, ну что, дамы и господа, вот и подошел сегодняшний день к концу. Спасибо всем за участие, спасибо нашим ребятам за то, что сегодня работали для вас весь день. Спасибо нашим волонтерам и ведущим, которые сегодня весь день вас водили, не покладая рук и ног. Ну и приходите в Букваед, мы будем стараться делать для вас что-то подобное и в следующем году. Следите за новостями, как говорится. Всем еще раз спасибо. Теперь просьба была освободить центр зала. Освободить центр зала. Дима, тебе тоже, наверное, надо будет чуть-чуть сдвинуться. Как кубок трех волшебников заканчивается святочным балом, день Гарри Поттера тоже будет заканчиваться танцем. Давай потанцуем. Пакет бил заложил. Не понял. Подожди, 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 подож
всем спасибо, всем участникам и гостям нашего сегодняшнего праздника, и до новых встреч!